Всем привет! Вот и наступило лето. Мне осталось 2 экзамена сдать, и я тоже буду свободна. Скорее бы все сдать и идти гулять с друзьями и отдыхать. Это точно. Ну а сейчас нам пора начинать наш первый летний выпуск. Итак, наша детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Успех года – это праздник всей школы. По традиции вручаются награды за номинации «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Активист» и многие другие. И третья школа праздновала звездопад успеха. Интересно, а результаты ребят улучшились? Я в этом не сомневаюсь. Первые успехи, достижения – это результаты без сомнений. Они на правильном пути, и этот путь им предстоит пройти. Первая номинация, первая ступенька – это самая многочисленная номинация. В нее вошли все отличники и хорошисты. Право определить лауреатов и дипломантов в этой номинации было предоставлено заучам школы. Аккредит лист вручается Городецкой Дарье, ученице 3-го класса. Подарками для тех, кто хорошо учился, стали творческие номера. Чествовали ребят в разных областях знаний, в том числе участников олимпиад, спортсменов. Без внимания не остались творческие достижения. Активное участие в спортивной жизни школы. Благодарственное письмо вручается Алешину Кириллу. Кузнецовой Кристине. Приятно было видеть радостные лица детей и учителей. Успех года – традиционное мероприятие, на которое хочется попасть всем ученикам. Но не у каждого хватает терпения и ответственности, чтобы решить сложные задачи и примеры. Ребята показали нам, как они велики и сильны в своих стремлениях быть лучшими. Можно с уверенностью сказать, что они золотой фонд нашей школы. Мы гордимся ими. Пусть удача и успех всегда сопутствуют тем, кто уже добился определенных высот, и тем, кто только стремится к ним. Thank you.
всех ребят и желаем им новых побед и достижений. Я столько эмоций испытала на последнем звонке, чуть не расплакалась. И теперь представляю, что будет со мной в 11 классе. Я раньше думал, что испытывают выпускники 9-11 классов, а теперь я их понимаю. Так давай еще раз посмотрим последние звонки всех школ и испытаем эмоции грусти и радости одновременно. Один из самых насыщенных и интересных дней жизни школьника – это последний звонок. В этот день выпускники испытывают множество эмоций. Радость от того, что наконец-то закончили 11 классов и готовы войти во взрослую жизнь. Умными, уверенными и подготовленными. Эмоции грусти и печали, потому что они больше не смогут сесть за свою парту, опоздать на первый урок, не смогут порадоваться хорошей отметке за контрольную работу. И самое главное, не смогут видеться так часто со своими любимыми учителями. Ведь сегодня для ребят прозвенит их последний звонок. Выпускники первой школы испытывали все эти эмоции и благодарили за это всех учителей без исключения. Сколько сложного вы помогли понять, множить, складывать, делить, как и отнять. Вам хотим сказать такие мы слова. Пусть у вас выходит все как дважды два. Быть физиком не каждому дано, ведь непростая физика наука. Но вы нас обучили все равно, и было нам учение то не мукой, а удовольствие познания мира. Всегда нам интересно с вами было. И в этот праздник поздравляю вас. Всего лучшего желаем. Желает весь наш класс. Вероника, чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика, моя любовь Вероника. Чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Трудную минуту были рядом, помогали справиться с любыми задачами, будь то по физике или же жизненной. Видели своими глазами, как слова «мама» и «папа» читались ребенком в книге сначала по слогам, а потом и целым словом. Родители. Им было сказано тоже очень много добрых слов благодарности. Куклы брошены, нет косичек, слезы первой любви несчастной, я смахнула с густых ресничек. Мама, посмотри, как я вырос. Я все реже с тобой бываю. СМС-ки шлю, девчонки, о тебе иногда забываю. Папа, посмотри, как я выросла. За спиной уже вся школа. Но к тебе за советом и помощью я, как в детстве, идти готова. Наши дети, вами мы живем и дышим. Выпускной у вас 11 класс. И хоть ростом вы родители повыше, остаетесь все равно детьми для нас. Пролетел последний ваш урок. Прозвенел последний всем звонок. Скоро будете вы думать с грустью. Вот бы в школу заглянуть хоть на часок. Мы выросли, стали выше, сильнее и даже мудрее. Но все так же, в любую минуту, ваша помощь, родители, верим. Чувства ваши не меркнут от времени. Нежность ваша с годами лишь множится. Сколько б зим не сменилось веснами, так же сердце за нас тревожится. Мы бываем порой невнимательны, непростительно равнодушны, независимость мы отстаиваем и никак не хотим быть послушными. Изюминкой последнего звонка первой школы стал гранит науки, камень мудрости и знаний, который был передан 11 классом 10-му с напутственным словом. Передаем 10 классу сей камень мудрый, гранит науки. И чтобы в школе нашей первой успеваемость была лучше во всем управлении образования Искитимском, наказываем оберегать его и передавать младшим только если выпускниками стали. Берегите его пуще дневников своих, чтобы в журналах классных оценки высокими всегда были. Грустные песни, посвященные учителям и родителям, вызывали у них слезы,
Школа прощается со звездочками, которые зажглись в стенах этой школы. С последним звонком они покидают страну под названием «Детство». Все сложилось в жизни, чтобы они знали, что не все очень просто в этой жизни происходит. Всего нужно добиваться своим трудом, чтобы они не ошиблись в выборе профессии, чтобы они нашли силы вот критично смотреть на некоторые свои поступки, потому что этого всегда не хватает. Хочу поздравить своих выпускников 11 класс с таким важным днем в жизни. Они у меня первые и, скорее всего, единственные. Первая любовь незабываема. Это на всю жизнь. Я желаю им, чтобы они нашли себя в жизни, чтобы все были достойны своей школы, достойны своих погон. Большое спасибо родителям за помощь на протяжении всей школьной жизни. Ну и, конечно, успехов ученикам и родителям во всем. Мы перемещаемся в Леневскую школу номер 3. Последний звонок отметили девятиклассники. В этот день ребята пришли в школу не в повседневной одежде, а в парадной форме. Представляю, какие эмоции были у выпускников. Ведь надо решать, оставаться в школе и продолжать учиться, или начать новую самостоятельную жизнь. Ну а пока они еще в школе, по традиции должен прозвучать гимн. Родители, учителя старались сделать последний звонок незабываемым и ярким. Пели красивые песни, и две из них стали самым главным украшением последнего звонка. Thank you.
волновались не только родители и ученики, но и их учителя. Ведь это они научили ребят решать сложные уравнения и задачи. Конечно же, это они научили говорить на разных языках. Уважаемая Оксана Александровна, мы пришли к вам уже большие. Каждому требовался свой подход. Ваш талант и слова простые разгадали нелегкий подход. С вами нам интересно бывало. Мы стремились похожим на вас. Взрослым детям классная мама нынче скажет «пора, добрый час». Повзрослевшие, нарядные, стоят на сцене и ждут свой последний звонок. Разные чувства переполняли родителей. Они смеялись и плакали. Кажется, еще вчера вы малышами в первый раз переступили порог школы, крепко держа за руку родителей. А уже сегодня вы выпускники 9 класса. Сегодня вас сердечно поздравляют все. Учителя, которые вели много лет к этому дню. Родители, которые поддерживали в их начинаниях и стремлениях. Школьники, которые смотрят на вас с большим уважением. Желаем добиться всего, что наметили. Легко пройти выбранные пути и удачно сдать первые серьезные выпускные экзамены. Впереди вас ждут еще непокоренные вершины, новые открытия, и мы верим, что ваша жизнь будет насыщенной и интересной. Везения вам, счастья и удачи! Мы знаем, у вас все получится. Хочется пожелать ребятам, которые заканчивают учебу в этом году, чтобы они сделали правильный выбор профессии, а тем, кто остается учиться дальше, чтобы они не расслаблялись, а показали хорошие результаты в учебе. По всей стране для учеников 9 и 11 классов 24 мая прозвенел последний звонок. Так давайте же посмотрим, как он прошел у учеников 9 классов школы номер 4 поселка Ленева. У нас все получилось. И 82 выпускника Леневской 4 школы допущены к государственной итоговой аттестации. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, я желаю вам вспомнить все то, чему вас учили. И сегодня такой праздник, когда принято говорить спасибо. Спасибо будете говорить вы нам, ребята, учителям. И я хочу от всего педагогического коллектива сказать спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы
выбрали нашу школу, за то, что вы приносили нам успехи, за ваши победы на олимпиадах, конференциях, за ваши победы в спорте, за ваши улыбки, за ваше внимание, за ваше понимание, за ваши шалости, за ваши большие шалости. Но так или иначе, сегодня мы подводим определенный итог, и я хочу сказать спасибо еще и вашим родителям, потому что они вас всегда поддерживали, всегда понимали, они всегда помогали школе. Поэтому сегодня вот такой праздник большой, я думаю, пройдет все очень замечательно. И хочу пожелать вам, ребята, успеха еще раз на экзаменах. Экзамены, экзамены и еще раз экзамены. Вот что у ребят сейчас является главной целью. Это их сдача. Конечно, кто-то на протяжении всего года готовился усердно, не покладая рук. Ну а кто-то спустя рукава. Так как подростковый возраст – это пора любви, гуляний. И тут совсем не до учебы. Поэтому мальчишки решили отправиться в путешествие, где изучат все школьные предметы заново. Синус, косинус, все, не могу. Мозги уже кипят от этих формул. Да, пора сделать перерывчик небольшой. Может быть, пиццу закажем? Пицца? Пицца это хорошо. А экзамены как-нибудь потом сдадим? Как-нибудь. Вдруг повезет. Учиться надо было, а не с девчонками гулять. Да ладно. А как дальше с ними гулять-то? На пенсию, что ли? За русский я не переживаю так, как за математику. А чего тебе-то переживать? Вон Славян какой спокойный, как удав. На везение надеется, мозги себе не заворачивает, а ты из учебников носы последние 2 месяца не высовываешь. От этого экзамена слишком много зависит. Был бы у меня еще месяц в запасе. Да, был бы у нас у всех месяц в запасе. И мы бы поумнели за 30 дней? Так, все, заказ сделал. А о чем вообще речь? Да так, мечтаем вслух. Вернуться бы на месяц назад, а с большей пользой время провести. Типа назад в прошлое, с верой в будущее? Мечтать не вредно. Мой сосед, он вообще машину времени делает. Че, реально? Да врет, наверное, хоть и профессор. Ну, че, пошли проверим. Вчера звал на испытание. А че, пошли поржем. Да, можно сходить. А то уже мозги не валят. Надо расслабиться, передохнуть. Идти далеко? Да нет, соседняя дверь на площадке. Здравствуйте, Иван Петрович. Ну что, как агрегат? Работает? А, подопытные? Заходите, заходите. Ну что, готов к путешествию во времени? И что, прям так сразу в прошлое отправить можете? Могу. И это не опасно? Эх, молодежь, это же приключения, опасные и непредсказуемые. А в какое время перемещаться будем? Пока решил ограничиться 20 веком, так безопаснее. Пока будете прыгать, я все отрегулирую. Ты как? Вы ненормальные. Ну ладно, я с вами. Тогда путь. Не забудьте самое главное, про эффект бабочки. И вот ребята попали на голубой огонек. Мы про песенку споем, ждет годов. Эта песенка про нас, выпускников. Пусть летит она по свету, мы споем о песню эту, эту песню выпускников. Эта песня вовсе неспроста. Так ребята поздравили заместителей директора и с любовью вручили им цветы. Промелькнули незаметно 9 лет. И в этот день хочется вспомнить тех, кто стоял у самых истоков и привил любовь к знаниям с первого класса. Это первые учителя. Вера Анатольевна, Лидия Григорьевна и Лена Ивановна – наши первые учителя. Вы нас узнали? Посмотрите, стоят здесь ваши первоклашки. Носили ранцы небольшие, линейки, ручки, промокашки. Мы вас с любовью вспоминаем, такой родной, такой знакомой. Как мама, вы к нам относились, и с вами были мы как дома. Спасибо вам, земной поклон от всех выпускников примите. И также бережно, любя учеников своих учимся. Прошло, как устроить свет, поцелуем мы вас.
Ни один из учителей не остался без внимания, ведь именно они вложили в нас знания и обучали, когда порой этого так не хотелось самим ученикам. А сегодня век новых технологий, иностранных языков. В мире бурно, современно, языки нам знать пристало. Чужеземных раз мы с вами выучили уж немало. Благодарность за науку, педагог, от нас примите. И тропою иностранной к цели за собой ведите. В этот день, учителя, желаем вам профессии признания. Пусть воспитанники ваши оправдают ожидания. Дорогие наши, Наталья Николаевна, Наталья Александровна, Вера Михайловна, Галина Ивановна, Валерий Григорьевич, примите наши слова благодарности за ваш труд. Спасибо вам! 20 век принес миру множество открытий, которое повергнуло умы практически всех ученых-физиков. Но именно в России 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут утра произошло событие, которое, без сомнения, всколыхнуло весь мир со словами «Поехали!» со второй площадки отправился в космос первый человек. Учеными установлено, что в невесомости могут спокойно жить не только бактерии, растения и белка со стрелкой, но и человек, а главное, пространство между планетами преодолимо. Космонавтом. Привет из космоса! Давно хотели вам сказать, вы гениальные преподаватели. Мы любим физику, теперь еще больше. Дорогие наши Марина Николаевна, Надежда Юрьевна, Лидия Анатольевна, примите наши слова благодарности за ваш труд. Спасибо вам! Самое трогательное, сентиментальное и искреннее – это признание любви родителям, которые поддерживают, находятся рядом с нами на протяжении всего времени. Но даже когда их нет рядом, они думают и переживают за нас каждой клеточкой. Бухают весенние почки, скоро лопнут, смеясь и звенят. Ты куда собираешься, дочка? Мама с грустью спросила меня. Никуда мне от мамы не деться, и не знаю, куда я схожу. Только знаю откуда, из детства, и сегодня на них хожу. Я стою на пороге упрямо, убирая дороги пути. Закрой меня в комнате, мама, не давай мне с детства уйти. Не пускай меня, кинься в догон и закрой крепко-накрепко дверь. Я хочу оставаться девчонкой, несерьезной, такой, как теперь. Стоишь, улыбаясь тревожно, не успев ничего запретить. Ты ведь знаешь, никак невозможно человека держать взаперти. Ты помнишь, мама, робким первоклашкой меня сюда когда-то привела? Букет цветов ты мне. Надела ты мне белую рубашку, цветов букет ты в руки мне дала. И молвила, слезу смахнув украдкой: сынок, какой ты у меня большой. Иди вперед, и все будет в порядке. Я этого желаю всей душой. Я пошел, и ты со мной шагала. Извилистым путем познания мира, когда мне было трудно, помогала, от всего нелепого хранила. Со мной делила радости и беды, обиды, первые разочарования. Всегда в мои ты верила победы, всегда ты знала мое расписание. Порой за двойки ты меня ругала, порой со мной в уравнение ты решала. Писать доклад по праву заставляла, про платежи учить и про склонения. Промчались годы, детство промелькнуло, покинув школьный я порог. Ты, мама, лишь тихонечко вздохнула, какой же ты большой у меня сынок. Отец на наше учалось.
конечно, услышать напутственные слова от своих родителей – это самое радостное и приятное чувство. После таких песен и стихов, конечно, очень сложно говорить. Ну, будем стараться. Надо нам первым давать слова, потом грустные песни петь. Поздравляю всех сегодня с этим праздником. Для кого-то он грустный, для кого-то веселый. Я думаю, что грустно он для нас, как для родителей, потому что наши дети выросли незаметно. Только недавно, кажется, вот они были совсем маленькие, уже 9 класс, уже выпуск. И также для наших учителей это очень грустный момент. Спасибо вам, дорогие наши учителя, за вашу заботу, за вашу любовь, за ваши улыбки, за ваше терпение, за то, что вы, несмотря там, на какие-то жизненные трудности, всегда поддерживали наших детей, чтобы не было у вас дома. Вы всегда рядом, вы всегда здесь, на телефоне. И спасибо вам за ваши улыбки, за то, что провожали наших ребят. И долгие годы ваша рука вела наших детей к новым знаниям и высотам. Спасибо вам за это. По сложившейся традиции, родители подарили своим детям маленькие звоночки, которые символизируют последний школьный звонок в жизни ребят, заканчивающих школу в этом году. В завершении праздника классные руководители подарили детям песню и добрые пожелания. Выбирала класс себе, я угадала, я таких детей учиться жизнь мечтала. Счастливая дорога, любовь и радость будет на пути. Быть может, неудачи тоже будут, но на себя надейся и вперед иди. Почему стремятся к свету все растения?
классы, где наши любимые классные мамы скажут нам несколько напутственных слов на прощание. Право подать последний звонок предоставляется ученику 9-го и класса Посаженникову Алексею. Цените время, сохраняйте воспоминания, ведь жизнь полна радостей. А вам, дорогие выпускники, успешной сдачи экзаменов. Мы перемещаемся в гимназию номер 1. На пути во взрослую жизнь человек должен пройти массу испытаний, одним из которых является школа. Место, где ребенок может научиться верить в себя, помогать другим, стать настоящим человеком. Научиться читать, считать и писать, понять историю Родины, вызубрить кучу формул. Но в скором времени дети, пройдя школьные годы, должны покинуть ее, родную школу. И последний торжественный праздник для них является последний звонок. Школьные годы самые интересные, позитивные, веселые и увлекательные. Сейчас все больше детей прощаются со школой после 9 класса, поэтому можно считать, что последний звонок – это и их праздник. И школу вспомним, и родную раздевалку, и расписание, и столовую. И ковер. Какой ковер? Да, эх, ковер был. Всем коврам ковер. И как по школе дежурили? И по столовой. Опять ты про свою столовую? Я желаю вам успеха. Независимо от того, будете вы продолжать обучение в нашей образовательной организации или нет, в любой сложной ситуации вы можете прийти к нам и обратиться за помощью. Удачи! Много слов для учеников, для учителей, для родителей прозвучало. И незаметно сценой завладели 11-классники, которые весело и задорно вспомнили самые интересные моменты из школьной жизни. Химия – это наука о веществах. Кому непонятно, руку поднимите. Всем все понятно. Записываем дальше. Формулы на доске. Пишите вы небрежно. Мелом касаясь нежно. Черный большой. Что ты будешь делать против моих танков? А что такое танки? Военная машина на гусеницах. Тигр! Тигр на гусеницах? Сдаюсь. Стоп! Это исторический бред. Гитлер не мог напасть, а Цезаря убили и предали еще задолго до начала Второй мировой войны. Я же вспомнил.
Гитлера же убили чекисты. А ты знаешь, что такие чекисты? Ну да, но смотрите, если Чика — это гламурная девушка, то чекисты — это гламурные мужики. Ну, я кого-то из вас должен забрать. Ну... Камин, плиз. Камин, плиз. Да, камин бы тут не помешал. Sit down. Что? Sit down. Ну, да, я умственными способностями-то не отличаюсь, но почему же сразу дал? Садись, Корсунский. Take a ticket. Что? А, точно, 7:30. Какое 7:30? Я говорю, билет бери. Можно свой? Какой? У меня там военник, знаете? Нет. Ладно. Вот это тогда, да? Мне без разницы. Where of the topic in the ticket? Какой топик? Я же мальчик. Какая тема? Да тут что-то по-русски написано, какие-то буковки. Airport. Airport. Какой-то там... ПЛВМ. Ну, кротко, кратко. Самолет, взлетишин, летишин, приземлишин. Вот и летишин отсюда. Больше не будет интересных тем урока. Запаха булочек на весь кабинет, когда кто-то не успел доесть их в столовой. Это и еще многое другое останется в памяти у выпускников. И, конечно же, самый родной, понимающий и близкий классный руководитель. Уроки мы творим, пиши от руки, лист переверни, текст перескажи. Учитель продолжает о своем ученике. Всю свою жизнь в школу я хожу, всю свою жизнь я ее пронесу, как истину одну. Пусть говорят, поздно думать, поздно учить, пускай, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Пожелания сказаны, слезы счастья и грусти пролиты, дрожь и понимание того, что последний звонок – это момент прощания со школой, все это позади, а впереди выпускные экзамены. Пожелаем ребятам удачи! Выпуск получился очень интересный. Не говори. Мы узнали, какие творческие и креативные выпускники у нас в поселке. Ну а теперь пришло время прощаться. Но ненадолго, а всего лишь на одну неделю. Всем пока-пока!